Раз, два. Фредди вас найдет всегда. Хорош. О! Почему я такой дурак? Надо было убегать. Почему я сел? Прям после... Пуховик, ты дебил. Там столько места было. Надо было сесть посреди, блин, долбанного коридора. А, вот он. Сюда иди. Все, тебе конец. Буя! Паркурщик! Паркурщик! Бегай, бегай, парнишу, бегай. Об мой труп споткнулся. Бегай, парнишу, беги, беги, беги! Сука! Сука! Открой! Дверь открой! Она закрыта, я сам ее, дурак, закрыл. Да но я не могу дверь открыть! Она закрыла дверь, тварь! Правильно сделала. Твою мать. Молодчина. Молодчина, будем двери, будем знать, что тут надо двери закрывать. Не закрывать, а она подперла с собой. Да, и подпирать с собой двери. Беги, дура, из этой комнатушки. Блин, я тебе верю. Давай, ну хоть тот ключ. Да! Есть! Ху-ху! Есть, грацурочки, люди победили. Это ты, да? Сука. Я чуть не обоссался сейчас. Не так, тихо, фонарик. Вижу, вон там, вон там, вон там, вон сзади. Вон сзади, мать его. Беги, беги. Моей психики на это не хватит. Закрывай, да закрывай ты дверь. Закрывай, подпирай ее, подпирай! Тащи сюда что-нибудь, тащи сюда! Тумбочку, я не знаю, блин, закрывай тут! Закрывай, закрывай. Кажись, он... обыскивай, обыскивай, пока... Да нашел, да, нашел ключ, все. Музыка, 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 музыка. Беги! Или нет, или не беги. Подожди, вокруг стола его води, вокруг стола. Да. Води, да. Води, влево, влево! Нет, тихо. Сейчас он исчезнет и начинаешь бежать. Стой, стой, стой. Стой. Спокойно. Не подходи, сука, ко мне! Сука, не трогай меня! Сука, чё уходишь, а? Ты понимаешь, он сейчас уйдет и исчезнет. Да. Она будет. Исчез! Беги! Чуть не обосрался. Я тебе вчера хотел так же вокруг столов водить. Да ну почему все закрыто? У меня же ключ есть. Класс, вот это шик. Почему у меня выносливости вообще нет? Я вообще ничего не могу делать. А что за девочка такая? Ну ты негр толстый. Нет, я не хочу. Я хочу быть спортсменом. Может, и толстый негр полузащитник. Блин, этот квотербек, который там, который кидает, ты кто? Квотербек. Квотербек, который не надо бегать, который только кидает. Слева на столах. Нет, это какая-то хрень. Я думал, нет, свеча вот эта, я думал, это то, что что-то подсвечивается. Сука, не сделай так больше! Что? Я сам испугался. Я не играю, я боюсь! Ёбаный бой, что это за пищи? Блин, что? На музыки не было, подопри! О, сука! Это кино! Я не хочу так! Не хочу. Нет, ничего не открывается, блин, ничего не открывается, ключи. Что произошло? Он был. Ты видел? Ты что, не видел? Нет, ты же мне чат сказал читать. Я думал, я умру. Я думал, я прямо здесь сейчас кончусь, блин. Тут все выворошено. Да открой ты! А, че, и шкафчики можно открывать? Там пиздец, знаешь, сколько шкафчиков открыл, пока там играл? Ну, человека! Пожалуйста, я буду в следующей игре фантомом играть. Я не... Мне слов
путаются. Ах, класс. Блядь. Твою мать, ты не мог аккуратней? Нет. Нет. Что, музыка играет? Нет, не та дверь. Да я ж тебе не про нее говорил. Так я с этой снял. А, ну может быть. Тихо, беги! Тихо! Спокойно! У меня, блин, это кончилось! Выносливость долбаная! А, класс! А, блин, жесть, жопа! А знаешь, что произошло? Да, я видел. А, даже так, да? Даже так. Даже, мать его, так. Да, именно так. Отсветился, все, скотина. Ты знаешь, мне даже бить не надо, ты просто об меня разбился. Да я разворачивался, не надо, я почти развернулся, у меня почти получилось. У тебя там сколько, как у Дейл Некси, что ли, разворот 5 метров, блин? Я не знаю, я спринтом бежал, я у Ли подобрал все ключи и начал бежать, и вот. Заряжу кое-что, проверим, как вы далеко продвинулись. Сука, дверь! Да за... Открой ты дверь! Да толстая жопа! Блин, ты прикинь, я появился прям рядом с Ильей, и он взял и убежал от меня. Красавчик Илья, просто молодчага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Где вы? Идите сюда! Идите сюда! Иди сюда! Фак, мой мозг! Иди сюда, детка. Вообще бегать не могу. Все, хрен тебе. Примерно знаю, где ты? Ну да. Конечно. Ты уже драпака дал, да? Уже там в другое крыло. Я топил на таких педалях, как только ты исчез. А ты не видишь чат? Нет, я не вижу. Беги! Я не знаю, куда бежать! Дверь! Дверь! Дверь закрыта! Да все, мне конец. Отстань! Ну, я ж тебя... А, твою мать! Не с первого раза еще. А ты мог вокруг... А, нет, вокруг этого стола не мог. Я хотел щемануться, но у меня кончилась выносливость, и я увидел, что там столы закрыты, и все двери закрыты. Илья, выживай, я в тебя верю.